Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии я собирался пойти к секретному бункеру Хаоса, мистера Хаоса, но вспомнил про листовку НКР, которую мне принес один из бойцов, направиться к послу, то есть с каким-то делом. Давайте же поболтаем. I'm glad you could make it. I have something I wanted to discuss with you. It's a very important matter, and I have a strong feeling you're the perfect person for the job. Я слушаю. I'm sure you've noticed that things are a little tense around here with all the issues between the NCR, the Legion, and Mr. House. It doesn't take a genius to see that something big is going to happen soon. To be honest with you, the NCR is in a tight spot. But if we fail now, it's the people here that are going to suffer the most. I'm not willing to let that happen. And I don't think you're the kind of person that would either. Я слушаю, продолжай. To the northeast is a settlement. The locals here call them boomers. They are sitting on a munition stockpile that would be invaluable to us. I would like you to get in contact with them, and then do whatever it takes to convince them to help us. Unfortunately, the boomers keep to themselves and are, let's say, hostile to all outsiders. That's why I need someone like you. Someone with your background and reputation would have a better chance of reaching them than anyone I have available. In exchange for your help, you would receive complete amnesty for any past crimes against the NCR, as well as additional benefits and perks. Do you think you would be able to do this for me? Да, ну, особо амнистия мне не нужна, но я согласен. Я согласен поработать на благо НКР. Much appreciated. Once you've talked to them, come back and let me know if they will help us. Хорошо. Идемте к бомбистам в таком случае. Goodbye. Прощай, прощай. Так, идемте к бомбистам. Я думаю, они согласятся. По красноречию у меня все нормально. Но, скорее всего, для них придется сделать пару заданий. В этом, я думаю, ничего страшного нету. И я думаю, в этой серии мы успеем справиться. Да, 65 у меня по красноречию. Куда это идти? А, пардон. Не поменял задание. Еще раз. Ну тут я изгой, потому что расстрелял пол казино. В принципе, почему пол казино? Я почти все казино расстрелял. Я стараюсь молчать во время загрузок, потому что у меня зависает немножко Fallout. Надеюсь, бомбисты нам помогут без особых каких-то колебаний. Ты кто? Things are tense on the strip right now. Король. The head of one of Mr. House's families was killed. Ну, вообще, я так нормально выгляжу, в принципе. Отдал кучу-кучу денег за починку оружия и брони. Я, опять же, нищий. Там 700 крышек у меня осталось. If it can be bought, it can be found at Mick and Ralph's. Come to Mick and Ralph's for all your shopping needs. Спасибо тебе, малыш, за рекламу Мика и Ральфа. Они мне в свое время очень сильно помогли. Да черт, куда меня ведет указатель? Ладно, я понял. У меня там с ними не лучшие отношения, прямо скажем. Hello. Но мы идем по своим делам. В этой серии отвлекаться не буду.
принципе, недалеко идти. А это что? Какое-то забитое здание. Да, абсолютно забитое. Пустошь. Пустошь, как она есть. Сохранюсь, пожалуй. Потому что не знаю, чего ждать. Может быть, и засада. Я уже просто не помню этого всего. Помню, что я пошел за Легион в своем прохождении. В этой серии, точнее в этом прохождении, я выберу все-таки НКР. Да, они как-то ближе мне. Черт, идти далековато. А я тут не поднимусь случаем. Хотя и Легион, в принципе, там мне амнистию обещал. Амнистия Легионом нет. Нет, ты серьезно? Нет, все нормально. А че он не прыгает-то? Вот. Хотя амнистия Легиона мне более важна, потому что я им больше подсолил, на самом деле, своей игрой. Как вы помните, в одной из первых серий... А, я даже точной серии не скажу, но я убил посланников. Невидимая стена? Что, серьезно? Офигеть. Класс. Свобода действий. Спасибо тебе, Fallout. Ты? Ты мне враг? Ты в этом уверен? Ты? Аж целый один экспо. Класс. Патроны на них, правда, тратить это такое неблагодарное дело, я вам скажу. Надо мою вармент винтовку было продать, потому что патронов у меня 5.56 в любом случае уже нет. И пользоваться-то я и не собираюсь, потому что у меня есть вот такая вот штучка. Но, тем не менее, на нее патронов тоже немного. Видите, всего лишь 50. 48 в запасе. Обитатели пустоши. Надеюсь, вы не бандиты, иначе я за вами вернусь. Воу. Ты чё, респавнишься? Whoa there, pal. You better slow down, or you'll get blown up like... Now that I've got your attention. Я понял, красноречие. Whoa, simmer down. I'll tell you, I'm a gambler and a scavenger. I've made some cash from gambling and some cash from reclaiming goods that are no longer. Я понял. Спасибо за предупреждение. Oh, lordy, lordy. You have... There are a bunch of artillery slinging, grenade lobbing odd jobs camping out in... Я понял. Туда можно пройти? There is a way, and I'll tell you. For a little wager. Ну-ка. Well, I know the secret to get past. If you give me the caps, I'll tell you. Крышки. If you make it back alive, I'll double your money. Во. А, блин. Черт. Я тебе не верю. Но. Ты мусорщик. Черт, бери. Okay, here you go. That page has the details, but it's all in the timing as you move from building to building. I'll be here watching, so I'll know if you've made it to the gate or not. Remember, there's 600 caps in it if you make it. Какие-то заметки он мне дал. Но, блин, я чувствую, там будет все непросто, да? Основной способ избежать попадания от здания к зданию, вплоть до северо-западного окончания города. Так, следует укрыться за северо-восточным углом двух... Ой, да ёпт!
Еще скажи, что там не будет видно мин. Ладно, просто смотреть под ноги и все. А там разберемся. Это что такое было? Ебать, это что? Я даже испугаться не успел, честно говоря. Я не помню этого момента. Блин, шикарно. Это шикарно, по-моему, ребят. То, что я не помню такого. Ебать! 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 Ой, меня убил. Вставай! Ладно, я согласен, читаем. Читаем заметки. Черт, это великолепно. Ой, она уже летит. Блять! Да ты чё? Пиздец! Слышишь, давай-ка я подлечусь, пожалуй. Я не уверен, что это как-то сработает, но тем не менее. Так, ну давайте-ка медикс сожрём, пожалуй. Ой-ой, развилась зависимость. Это плохо. Это на самом деле плохо, но... Что сделаешь? Ой, зависимость, у вас зависимость. Хорошо, я понял. Да ёпта. А чё не работает стимпаки? Да ну в жопу. Вы чё, серьёзно что ли? Я добрался? Если я добрался, я в этом очень сомневаюсь. Но давайте посмотрим по карте. Я столько симпаков сожрал. Да, конечно. Вы кончены. Вы хоть тут-то стрелять не будете? Hold it right there. Don't you move. How the hell did you survive that bombardment? Ты что, дебил? Опусти это, пожалуйста. Ой, ё-моё, довольно просто. Короче. Главное успеть спрятаться. But I had you zeroed in the whole time. Nobody's that fast. Move a muscle now and I'll blow you to pieces. Тихо, тихо, тихо. Я не собираюсь нападать. Then just stay where you are. Raquel will be here any second. Я понял. I'll take this from here. I'm Raquel, Master at Arms for the Nellis homeland. Привет. Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. Ладно. Веди. Follow close and mind your behavior. Я все понял. Только с этой хуйни не стреляй меня. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? Привет. I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. Офигеть. Да уж. Радушный прием. Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savages at a distance. Except you. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. Чем я могу помочь? Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around and about. Should that go well, it may be you can help in big ways, too. We'll have to see. Как нам доверять друг другу?
You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. С чего мне начать? You picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to. And Loyal and Jack might be looking for help with some repairs. Or you could just go see Pete at the museum and hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. Hey. У тебя какая-то интересная винтовка, между прочим. А, это дробовик. Прикольно. И насколько вы поломали, скоты, мою броню? Просто так вот я. Вашу мать. Я б тебя, сука. Фух, ладно. Только на благо НКР. Ой, карма ухудшилась, пиздец. Помощь. Я столько стимуляторов на вас, выродки, потерял. Ага. How is your visit with... Кому и как помочь? Each of the elders would appreciate... See... Ну, понятно. Bye. То есть, в любом случае, я должен поболтать с этими... ее младшими, как она выражается. Так, мне... Бомбистом. Скажите, что бомбистом? Посетить братство стали. Ну, давайте-ка сначала протянем руку помощи бомбистам, а там посмотрим. Может, и в братство стали потом попаду. Но это будет позже. Пока тут такие загрузки. Так. Здорово, ребят. Так, вот тут у вас ближний. Это кто? Это Ракель? Mother Pearl's instructions are clear. You can move freely around Nellis, and artillery spotters have... These are extraordinary... Здорово. Проблема. Long story. I let a team down to exterminate them, but there were so many of them. We lost. Two kids. Personally, I think it's more than a savage can handle. But if you want to kill those ants and switch the power... Я понял. Я вполне справлюсь. One of... They exploded when hit by a flamethrower. One of us was using a laser pistol. Same thing. Bullets seem okay. Just don't hit the artillery shells. Loyal... Хорошо. Да, я понял. Офигеть. Они, говорит, взрываются. Это прикольно. Дополнительно. Так, давайте мы посмотрим карту. Карту. Там муравьи, судя по всему, а тут какой-то дополнительный персонаж. Эй. Что-то они с кувалдами ходят. Прикольно. Ангар. А вот сюда.
Дверь в ангар. Нифига себе. Так, это ты что ли? I hope Pearl knows what she's doing. Да-да-да. Ракель говорит, что у вас оружие есть против муравьев. I started building a sonic emitter that might... Красноречие. If you're willing to take the risk, be... I've got it. Звуковой. Что-то там какой-то. Сейчас посмотрим. Не понял. А что он мне дал? Что-то он мне дал, короче, не важно. А муравьи это наверняка опасные. Опасные скоты. Там Ракель говорила аккуратно не попасть никуда. Точнее в шот, а там не попасть. Я ее прослушал, к сожалению. Что-то, блин... Язык заплетается. Наверное, пора уже заканчивать записью на сегодня. Это я уже записал порядком серий. Что-то 8 или 9. Останется теперь только это все залить. Так, ну где эти муравьи, мать их? Что-то я их не вижу. Они, наверное, в бункере, да? А что муравьи делают в бункере? Сейчас узнаем. Сейчас мы все узнаем. У вас ломка, Медикс. Надо будет где-то купить лечение от этого дела. Я где-то, помню, видел на стрипе, чувачок продавал. Лечение от зависимости. Так, ну сюда бы на эту винтовочку еще чуть-чуть магазин расширить. И вообще тогда победа. Но тут я особо что-то никого не наблюдаю. Может, я ошибаюсь? Но это вряд ли. Давайте туда пройдем, посмотрим. Ой. Карабин. Ты нормально живешь, чувак. Ну, жил. С тобой. Вау. Осколочную гранату я возьму, пожалуй. И все. Так, ну, наверное, она говорила про вот эти вот штуки, что в них попадать нежелательно. Хорошо. Буду стараться не попадать. Так, там вроде никого. Вроде тоже никого. Значит, пора спускаться вниз. Не, ну я тут не перепрыгну, но... В принципе, спуститься тут я могу. Нет, слишком высоко. Не буду паркурить. Там я, по-моему, видел лестницу, поэтому... Там можно безопаснее спуститься. Так, шкафчик пуст. Муравьи все залутали, небось. Так, да-да-да-да-да. Там же лестница.
Я не слышу муравьев. Не слышу и не вижу, что самое интересное. Это что? Нет. Люки эти не работают. Да где они? Не помню. А, это типа гнезда. Все, ребятки, я понял. Я понял, что мне нужно сделать в этой всей ситуации. Я не уверен, что это была хорошая идея, но... это имеет значение, если я уже его выключил. Так, за стеной сразу враги. Точнее, не за стеной, а за дверью. До свидания. Скрытность бы прокачать, конечно. Прикольная тема. Для снайпера она великолепна. Но не знаю, буду ли я снайпер. Так, где-то тут муравей тоже. Хотя хотелось бы прикупить крупнокалиберную винтовку, но у меня на нее силы не хватит. По крайней мере, пока что. Там где-то есть клиника, в которой можно импланты вставить, но... они там довольно дорогие. И чё, блин? Это был выход. Великолепно. Так, уровень. Куда? В оружие. 70. Красноречие 70. И в медицину до 35. Так, в силу пока вкидать не... или буду. Сейчас посмотрим, что есть. Так. Команда. Ну, в ВАЦ я почти не стреляю. Держись подальше. Дробовики я тоже не использую, мне судача не нужно. Ночное существо. Получает 2 к интеллекту. Да, бестолковая. Точность. Способность точность дает вам больше шансов нанести критический урон в бою, что эквивалентно 5 очкам удачи. Плюс еще 5? То есть, если я все правильно понял, эквивалентно 5 очкам удачи. А, или это всего пятерка? Ну, я не знаю. Давайте возьмем. То есть, я не уверен, конечно, в этом, но сейчас проверим. Сомневаюсь, что это плюс 5 очков удачи. А где удачи-то? 7. Да, я был прав. А, черт, это же у меня ломка Медикс. У меня он есть? У меня он есть. Но у меня его мало. Хорошо, ладно. Давайте-ка применим докторский саквояж.
И, пожалуй, пойдем дальше разбираться. А нет, сейчас еще гляну по карте, где они хотя бы приблизительно. А, то есть просто на места. Ладно, чё. В принципе, ничего сложного вроде не вижу. Откуда ты вылез, япона-мать? Тебя ж тут не было. Вас не видят. Ой, он двигается. Ебать. Откуда ты взялся, мразь? Тебя ж тут не было. Повесь солдат. Где он? Без понятия, на самом деле, ребят, не знаю. Наверное, там где-то. Гигантский муравей. Муравьиное мясо. Я думал, тут надо какой-то радар поставить. Так, оказывается, нет. О! То есть вот так. Клевое дело, на самом деле. Чё? Я думал, будет что-то сложнее. А что мне еще надо сделать-то? Давайте-ка по квесту посмотрим. То что-то в этом углу. Включите два. А, вот там еще. А, выключите или включите. Скорее выключите. Ты просто херово прочитал. И надо излечиться от зависимости Медликса. Что, получилось? Да, получилось. Хорошо. Интересное задание было. Странно, что я его не помню. Хотя, скорее всего, это из-за того, что я играл за Легион. А Легион меня к бомбистам не отправлял. Это единственное объяснение. Задание было вполне себе интересным. Сейчас мы вернемся. Забыл, как ее зовут. Ну и пофиг. Так. А, Кракель. Великолепно. Сейчас сдам квест, получу хорошую репутацию. И стану более-менее другом для этих. Ребят, для бомбистов. Ну, ребята, они опасные, я вам скажу. Потому что такую бомбежку прям устраивать, это охереть можно. Меня там два или три раза разорвало. Так что... Ребят, я мирный. Но они себе тут хорошую базу взяли, в принципе, старый военный аэропорт. Такое неплохое место.
Ой, простите. Подвисание что-то из-за чего-то. Не знаю, может Steam что-то там скачивает уже. Ну вот ты, ракет. Да давай уже не лагай. Evening. I see the power's back on. The ants are all dead? Да. We haven't seen... Да, черт. Лаги. I see the power's back on. The ants are... Да. Maybe Pearl is right about you. Because I don't know how you pulled that off. I'll tell Loyal to send someone down to clear out the eggs and repair the generators. Good work. Свой человек, да, бомбисты. Все, великолепно. С этим разобрались. Теперь протяните руку помощи еще несколько людей есть, да? На это дело. Но, пожалуй, на этом завершим сегодняшнюю серию. Она получилась такая, немножечко даже сонная. Может, в некоторых моментах кривая. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.